такой у нас здесь выбор индейок. Вот это вот выращенные без гормонов и их всяких разных сортов, брендов. И где-то получается оно... Вот это идет 79 центов. Вот та идет 79 центов за паунд. Есть подороже, есть подешевле. Я себе выбрала не очень большую, на $19. Вот это у нас идет $31 за такую вот уточку. Вернее, это как его, индейку. Такая огромная. Вот это стоит $33. Есть выращенные, вот это вот выращенные без добавления этих антибиотиков, что хорошо. Есть еще органически чистые, есть простая. Вот там простая идет, она подешевле. У нас все бурно приготавливаются к праздникам. Я себе набрала клюква, с клюквенный соус. Можно было сделать вот такая мешок. Я попробую в нем приготовить в этом году в нем. Специальный мешок такой для запекания в нем. Посмотрим. Можно купить такой из такой специальный одноразовый. Покупаешь один? Нет. Да, купи два, получи один бесплатно. И стоит он сколько? $2, что ли? Да, $2. По-моему, за один. 2,49. Такой удобно очень. Вот это штучки такие. Поливать ее, эту уточку. Вернее, как его. Можно вот такой купить. Это не одноразовый. Тут сейчас к праздникам, как говорится, все подготовлено к этому. Вот так можно взять. Они здесь любят стаффинг из хлеба. Такое прикольное такое блюдо. Можно купить специально уже подсушенные сухарики для этого, чтобы сделать вот этот вот стаффинг. Это как гарнир из хлеба. Вкусный. Я, наверное, возьму себе пакетик. Стаффинг я очень люблю. Можно взять уже, который идет со специями. Можно делать самому все полностью. Я люблю делать самому. Еще мне нужно взять сегодня бульон куриный, чтобы с куриным бульоном делать. И сухарики здесь идут без этого, без кукурузного сиропа. Вот, вот тут написано. Об этом, кстати, кукурузный сироп был, и я поменяла. Возьму без кукурузного сиропа, потому что он нехорошо для здоровья. Идем дальше. У нас что, всякие колбаски, салями, такие большие салями, такие не пробовала еще. Здесь, кстати, вон селедку они продают, но я ни разу не брала, она мне кажется не очень, хотя я не пробовала. Что-то я сомневаюсь, что она вкусная, по крайней мере на 100% не такая, какой мы привыкли. Рыбный отдел. Горячего копчения рыба, она неплохая, но я тоже не пробовала. Ну, думаю, неплохая. Замороженная она идет здесь. Еще тоже всякая копченая рыба. В основном идет эта красная, естественно, рыба. Ну и тут пошла она вон. Красная рыба, треска, тунец. В упаковках я беру себе часто, сейчас покажу, я беру себе часто вот такую вот замороженную треску. Она идет пойманная в море. Как надо. 12,99 за пакет. Тут у нас идет, как его, свинина, хэм, то есть это окорок свиной. Вот его они тоже в духовке разогревают. И это идет к новогоднему, либо к рождественскому, или к Thanksgiving столу, скажем так. Вот $20 за окорок. Он весь по весу идет. Вкусная вещь, копченый. Тоже вкусно, очень. Вот идет за фунт $1.39. Тут еще такой идет стаффинг. Он уже идет со специями намешанный здесь. Можно такой взять, а можно самому мешать. Вот я не знаю, сейчас почитаю, какие специи. Тоже он $5 за два пакета. Что у нас тут идет? Вот тут вот high fructose corn syrup, поэтому я его брать не буду. Я high fructose corn syrup вообще никак не признаю и не стараюсь ни в каком виде не употреблять. Я забыла купить апельсины.
чесночину взяла. Почем он? $1.99. $1.99 за такой вот чеснок. Еще мне надо купить апельсины. У нас виноград, кстати, вот наконец-то стали привозить органический виноград. Не опрысканный всякой дрянью. И причем по цене он не намного больше, всего на доллар дороже. Классный виноград. Вот простой. За $1.99. Тут у них секция с овощами и фруктами, большая достаточно. Ну, так уже здесь повыбирали продукты. У нас самые такие шопинговые несколько дней, потому что перед праздниками. Вот это органик все идет. Органическое. Тоже неплохой у них здесь выбор. Но так уже покупатели по... Уже они попродавали много чего. Это у нас здесь идет картошка сладкая. Классная вещь. Она по вкусу чем-то на тыкву похожа. Имбирь. Вот. А я почти все купила. Ты купила апельсинов. Были они $1.99, что ли, за паунд. Картошку я взяла $2.99, но это органическая картошка. Потому что еще здесь клюква была, 2 пакета за $5. Я ее в сок буду пускать. Это было у нас $2.98. Органические грибы, органический лук был 99 центов. Морковка органическая была $1.79, по-моему. Это было 4.50. Это хорошее мясо, хорошего качества. Рано со скидкой. 10.30 такой кусок. И яблоки, не знаю почем, но они обычно тоже органические яблоки. И остался у меня вот один гранат. И они были 4 за $5. Вот так. Так праздникам орехи продают. По крайней мере, в магазине Смевс навесом набрать можно. И вот идет за фунт. Где-то 400 грамм. 4.99. Разные орехи можно весом набрать. Я, конечно, сейчас не все секции так, что по пути показываю. Но вообще много распродаж, и у нас Черная пятница приближается. Будет очень много распродаж в других магазинах. И люди, конечно, сейчас самый такой у нас сезон. Тут вообще, когда продается, ну все. И люди очень много покупают в этот сезон предрождественский. Потому что Thanksgiving и Рождество. Люди много отмечают, покупают. Вот тут всякие разные салями классные. Она вся идет с нитритом натрия, к сожалению, я такую не покупаю. В Америке сейчас очень легко можно найти классные салями, колбасные изделия без нитрита натрия, который все знают, что он не очень хорош. Здесь такая секция с всякими сырами, особенными сырами, не американскими, скажем так. И они чуть подороже здесь, но можно разные сыры найти. Вообще красивые полки такие, сейчас перед праздниками все украшено. В магазинах всякие такие подарочные классные упаковки можно взять, наборы. Вот так, ладно, я все, пошла из магазина, мне уже бежать пора, так что всех с наступающими праздниками, хорошего настроения, счастливо и пока-пока.